Все в порядке? Да, мы рисковали, но Глен в порядке. И, в общем, да, мы в порядке. У меня есть несколько канистр с бензином для того клапана или что-то. А тут что? Все тихо. Наш друг все еще нуждается в лекарстве, но умрет, если продолжит нервничать. Теперь нужно забрать таблетки из аптеки. Ага. Еще как, пацки, с вами я, Некит, и сегодня мы с вами снова продолжаем играть в игру под названием The Walking Dead. Наконец-таки мы возвращаемся к этой игрушке. Вот мы остановились с вами в этом магазине, так и не поняли, что же делать дальше. Нам нужно отыскать таблетки и достать каким-то образом ключи, чтобы открыть аптеку. Ну, понятно, что оттуда мы и достанем наши таблеточки, которые так нужны уже не молодому человеку, а именно вот этому деду. Мы должны помочь с вами. Так, туда мы с вами ходили. Не знаю, зачем я нажал, просто так получилось. Ой, друзья, так хотел давно поиграть. И вот, наконец-то, хотя бы сегодня немножечко так сыгранем, окей? А потом, уже после Детройт, мы с вами продолжим все. О, а я это открывал, нет? Я чуть не помню. А, не открывается? Нельзя топором. Ключи у зомби... А, понял, все, я понял. Окей, как-то ключи нам нужно взять у нашего брата, который стал мертвецом. Вот так вот нам не повезло. Одни расстройства, короче, друзья. Ничего хорошего не происходит до сих пор. Так. Нам главное сегодня вот как раз таблеточки достать хотя бы. И будет уже неплохо так поговорить с Дак. Дак, ну-ка. Ну что ты как? Хорошо, хочешь пойти осмотреться? Так, опять. Как и в прошлый раз мы с вами все там что-то смотрели, а особо ничего не сделали. Просто заметили. Давай осмотримся, хорошо. Просто заметили, что... Что мы с вами заметили? Что у нашего брата, вон он, лежит брат Ли. У него есть ключи, которые нам так необходимы. Ага. И что нам делать-то? Вот кирпич. А как? Кирпич, ну. А Дак не может? Что за люди в аптеке? Какие люди в аптеке? Ох, ну знаешь, Карли очень симпатичная. А, это точно. Лили может за себя постоять, она была лидером, защищала людей и все такое. А ее отец... Да, тот парень. Он тот еще хуй. Пардонте за мой французский. Нормально ты сказанул, конечно. А кирпич ты мне не можешь достать, слышь, Дак? О, ну-ка. Господи, бедный пацан. А, стоп, я не могу топором? Ну-ка, давай. О, красавец, вон, открыли, наконец, круто. Уже не помню, кстати, откуда мы взяли этот топор. Теперь нужно отвлечь этих тварей, боже. Как я медленно все читаю. Так, все, давайте, проходим дальше. Наконец-то я додумался. Уже реально не помню, откуда мы взяли этот топор. Ой, кирпич. Все, хорошо, есть, получилось. Так, и теперь нам нужно бросить пойти вот сюда, правильно? В стекло. Давай. По-быстренькому, главное не спалиться сразу же нам. Но они сейчас пойдут телевизором. Как раз мы их так отвлечем. И пока они зырят, пока они зырят все на этот телек, мы с вами заберем ключи. И откроем аптеку, наконец. Пора. Все, погнали, немедлим. А то еще к нам подойдут. Реально спалят нас. И все. Будь осторожен. Прикрой меня, ладно? Дак, ты следи, слышь? Если что, мне помоги, пожалуйста. Я на тебя надеюсь, братка. Я надеюсь на тебя. Так, и вот наш еще один брат. Родной братишка. Привет, брат. Я не знаю, что произошло с мамой и папой, но я знаю. Если бы ты был там, ты бы отдал свою жизнь, чтобы защитить их, так что, да. Я думаю, что так все и случилось. Ты нашел? Дай мне секунду.
Я тут вообще-то разговариваю с братом, если ты не понял. Со своей родней. Я не должен был оставлять вас. Мне не следовало уходить из семьи. Бля, в смысле, ты знаешь, о чем я. Бля. Ну, другого выбора у нас нет. Что нам еще предпринять, чтобы достать ключи? Если мы так к нему полезем, он нас укусит, и это все, конец нашей жизни. Конец всему. Так что остается только зарубить своего родного человека, которого уже человеком не назовешь. Ну, блядь, ебать. Ну, блядь, ебать. Вот это реально ебать. Так. Че, еще раз? Ой-ой-ой. А, ну, да он еще живой, пиздец. Ну, а, блядь. Нет, друзья, ну, раз уж так, придется добить до конца. Да ё-моё, сколько можно? Ты чё? Ой-ой-ой. Мы ему сколько, 5 ударов, да? 5 раз ебанули топором. Жесть, конечно. Так вот. Он нас не укусит? Ух. Господи. There we go. Вот и ключи. Вот что нам пришлось сделать. Дерьмо! Беги! Ради каких-то ключей нам пришлось убить. Так. Да не догонит, что ты переживаешь. Нормально. Не, все сделано круто. Окей. Мы с вами справились. Сразу же. Блин, чуть не попались. Но у нас получилось. Лишь это важно. Ключи у меня. Классно, господи, ты бесподобен. Давай пойдем туда. Куда туда? А, в аптеку. Вот же она, ну, все, я понял. А, как это переводится, слышите? Authorized employees only. Что это значит? Не знаю, короче. Ладно, открываем, пофиг. Не буду думать, что это значит, просто проходим дальше. Раз уж можно. Ох, нет, твою мать. Мы должны поторопиться. То есть, а чё? Чё, сигнализация или чё это? Сейчас эти понабегут, скотина. Бля. Это кто? Стоп. Это наша мать или кто? Я имею в виду мать Ли, если вы не поняли. Хотя, не, скорее всего, нет. Все пиздец. Так, давай, малыш, пора идти. Я собираюсь пригнать пикап, поставил его там, что-то. Делай это быстро, собираюсь вести сюда, я не собираюсь мешкать. Дорогая, отведи Дака в кабинет и забаррикадируй эту живую дверь позади меня. Подаю гудки брюк, дальше... Ой-ой-ой, понял тебя. Да, Карли, Ли. Ребята, убедились, что наше управление выстоит. Или мне лучше взять топор, а то вдруг на какого-то из них нарвусь по пути. Вы трое, держите дверь, я вернусь так быстро, как смогу. Держись подальше от окон. Ой, как тяжело-то все. Уже отвык. Ой, так, держим. Эли, если мы это не переживем, ты должен знать. Я думаю, ты отличный парень. Бля, спасибо, братан. Ну сейчас не до этого, если что. Мы это переживем. Мы переживем это. Так, если мы это не переживем, ты должен знать. Че опять? Ну че вы базарите-то? Что должен знать? Что? Ты сказал, должен знать. Черт. Бля. Подержи. Ты уверен? Ох, черт, а какого, бля? Так, у нас, блядь, девка матерая, помогает всегда в таких ситуациях. Клементина, давай-ка найди что-нибудь. Хорошо.
Блядь. Давай, держим, держим до конца. Клементина нашла что-нибудь? Ничего, и погоди. Окно выбили. Иди. 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 Блядь, держи. Кью-кью-кью-кью. Жмем. Давай, кью-кью. Е тебе, все. Я кое-что нашла. Чё, топор? Чё, как это называется-то? Уже забыл, блядь. Короче, для инвалидов палка, все понятно, да? Нет патронов, Филипп, помоги, патроны. Костыль, вот, вспомнил, костыль. Мои сумочки. Блядь, ну неужели укусит? Не верю. А, кого спасти? Чего? Спасите Дага или Карли? Блядь. Ёб твою мать, кого спасать-то? Блядь, лучше... Блядь, ну давайте девке поможем, похуй. Она с пистолетом как раз. Ха. Ну а поможет потом, я думаю, точно. А это, ну да. Блядь, Господи. Давайте живо. Они схватили Дага, они... Ой, блядь, а это-то нельзя точно, блядь, иди нахер. Не трогай мою дорогую, блядь, Клементину. Сука, пошел нахуй. Ползучая хрень. Блядь, все начинается так быстро, я ж не успеваю, понимаете, реагировать на все. Слишком напряжен, ты не идешь сами, сукин сын. Ебать, нет. Ты охуел, дед. Я тебе помочь вообще-то хотел, а ты так со мной поступаешь. Блядь. Я не позволю, чтобы сегодня эти твари съели кого-нибудь еще. Бля. И даже если он мудила. Да ты меня мудилой считаешь? Ты что, реально? О, нихуя себе ты меня, конечно, обозвал. Ну ладно. Ой. Ну не знаю, на Дага мне как-то все равно. А это зато, знаете... Девка с пистолетиком умеет стрелять хорошо, ну, польза же есть хоть какая-то. А Даг, ну он там, я не знаю, он что-то по компьютеру он там или что, я так и не понял. Что-то пультом там управляет, короче, пофиг. Давайте забьем на него. Ну, умер. В такой ситуации умрет немало людей все равно. Клементина! Так. И что теперь? Куда-нибудь поедем? Нет? Мы все возле Мотеля. Че, кто-то еще там есть? Из людей? Не мертвецов? Кто там стрелял, слышите? Эй, Глен! Да ну, полицейские? Они еще остались? В живых? Я думаю, мне пора. В Атланту? А, у меня там друзья, и я не могу остаться здесь, зная, что они могут застрять в городе. Звучит так, будто никто не знает, что там происходит. Неизвестно, что там после того, как мы уехали оттуда, я рискну. Атланта — это то место, откуда мы начинали, правильно? Как я помню, точно не знаю, потому что... Я что-то не понял, а? На нас баба, что ли, злится или что? То, что мы ее спасли? Ты должен делать то, что должен. Найди своих друзей. Я думаю, что это ошибка. Вернуться в Атланту в одиночку? Ты серьезно? Я думаю, что это ошибка. Я думаю, ты совершаешь ошибку. Возможно, но я предпочел бы ошибиться и все узнать, чем ничего не предпринять и остаться здесь. Вы будете в безопасности. Мы постараемся. У, как быстро, а, приходится читать. Я уже отвык, реально. Ну что? Да останься, Глен. Блин, ну я переживаю за чувака. Вот если Глен помрет, вот это вот, конечно... Не, он все-таки поехал, друзья. Ну, блин, ну... Что-то я не согласен с ним, если честно.
То, что его друзья там остались, конечно, он хочет все проверить, изведать. Самому все понять, что там вообще происходит, но... Hey, Ken. Привет, Кен. Там было опасно. Спасибо, что подобрал меня. Без проблем. Нам нужно заботиться друг о друге. Да, нужно. Ты говорил, что когда-то хотел детей. Ага. Но она не твоя, точно. Ты же не можешь относиться к ней, как будто она ей является. Да, я это знаю. Но ты можешь заботиться о ней. Черт, может, даже лучше, чем родной отец. Спасибо, Кенни. Мы в расчете, приятель. Не, ну Кенни красавец. Еще нас поддерживает так. Прям отлично. Не, друзья, как я и говорил раньше, Клементину мы с вами не бросим. Мы сделаем все для того, чтобы она осталась в живых. Вот это правда. Это я прям держу. Держу свое обещание. Держу слова свои, которые я когда-то уже говорил. Так, значит, Глен уехал. Он может не вернуться. И, скорее всего, так и будет. Потому что, ну, я не знаю, что там может вообще случиться с ним. Но, скорее всего, мы больше его не увидим. Я так думаю. Не знаю, как будет на самом деле. Так. Как ты себя чувствуешь, Карли? Я в порядке. В какой-то степени. Понимаю. Не могу перестать думать о Даге. Вы же не могли спасти его, или могли? Не думаю, все произошло очень быстро. Я знаю, это глупо, мы только встретились, и он был таким... Ну, он мне нравился. Да, конечно, ты ему нравилась. Я думаю, ты тоже ему нравилась. Очень на это надеюсь. В любом случае, я бы предпочла быть одна. Я понимаю. Постой, Ли. Что такое? Почему я спас тебя, ты сейчас спросишь? Как ты выбрал? Кому я буду ждать своей помощи? Ты выбрал меня. Я хотел... Я вообще... Ну я... Если бы мож... возможно было, я хотел помочь вам обоим. Но ты помог мне. Да. Я бы хотел, чтобы мы оба выжили, понимаешь? Я тоже, Карли. Но как сложатся обстоятельства, что на самом деле будет происходить дальше, это мы с вами даже догадаться не можем. Если даже поразмышлять, да, своей башкой. Ну что вот может быть дальше? Я думаю, смерти будут все продолжаться, это никак не остановится. Никак этого не избежать все равно. О, о, а потом? Эдак, можешь оставить нас на минутку? Хорошо, извините. Мне жаль, здесь не так много детей. Нет, не в этом дело, просто меня снова схватили. Я был там. Я упал, и моя рация сломалась. У Глена осталась вторая. Это всего лишь рация. Это просто рация, в ней не было особого смысла с самого начала. Это не про... А! Я знаю, это не имеет значения, но я с ее помощью говорил с мамой и папой. А теперь они пропали. Она пропала. Может, мы сможем найти тебя другую? А пока я сохраню эту. Ли, подойди сюда на секунду. Подожди, мне нужно с ним поговорить. Клементина, еще кое-что. Что ты хочешь? Тебе нравится моя дочь? Она не совсем. И так ответить. Хорошо. Держись от нее подальше, или все узнают, что Ли Эверт убийца. И я говорю не про тех тварей. Ты слышишь меня? Ага, помните, да? Я задал тебе вопрос, пацан. Опять же, я не ожидал, что осужденный убийца будет кому-либо прислушиваться. Я знаю, кто ты. Мне похер, что с тобой случилось, если что-нибудь случится с моей дочерью или с той дочкой. А, с той девочкой, боже. Береги свою жопу, короче. Ясно, все нарывается, старый, пердун. Ли, можно тебя на секундочку? Никак не успокоиться. А мы ему таблетку же дали, да? Мой отец бы умер, если бы не ты. Этот парень, Даг, умер из-за меня. Не вини себя. Ты не мог спасти обоих.
Ну не знаю. Мы рады, что ты с нами. Так, что там музон, слышите, пошел какой-то тревожный. Я надеюсь, это звук нашей победы. Я тоже. Этот модуль удобно защищать. Мы заблокируем подходы несколькими машинами, пока не прибудут военные. Я согласен с этим планом. Я тоже. У нас есть постель, у нас есть вода, и самое главное, у нас есть свет. Это место можно назвать домом. Да, ты прав. Знаете, парни, я думаю, что у нас все наладится. Оу, я тоже надеюсь на это. Ага, конечно, будет нам свет, нихуя. Продолжение следует? Это мы с вами прошли первый эпизод? В следующем эпизоде «Ходящие мертвецы». Опа-на. Я думал, с нами все будет в порядке, если мы укроемся от ходящих. Не ожидал, что придется голодать. Оставь себе, ладно? На случай, если ты и Клементина почувствуешь себя плохо. Ты ничего мне не должна, Карли. Как ты, Клементина? Я очень хочу кушать, Ли. Мы должны раздобыть еду, Ли, и быстро. Привет, меня зовут Эндрю Сент-Джон. Мы с фермы Сент-Джонов. Тут хорошо. Я так и не поблагодарил тебя за спасение Дака от ходячих на ферме Хэршелл. Что-то приближается, Ли, скоро начнется война. Ходячие беспокоят меня меньше, чем бандиты. Вы нас наебали. Теперь мы возьмем все, что захотим. Их там полно. Когда вы все думали, что чего, и так я делаю то же самое. Мы знаем, что парень не выживет. Этого не может быть. Блять, что-то второй эпизод. Ой, блядь, Ли, пожалуйста. Жажда помощи. Ебать. Это то, что нас ожидает впереди, друзья. О, даже проценты есть, нихуя себе. Хоть у меня и пиратка, кстати. А все равно показывает, слышите? Ничего себе. Вы солгали Хэршеллу? Вы 36%. Солгали тоже. Кого вы спасли? 49% выбрали Дака. Ага. Вы защитили Кенни? 51%. Вы дали оружие Ирин? Какой Ирин? Вы помните, что за Ирин? Я уже забыл. А, помню, все, я вспомнил. Не дали, писали 55%. Ну, нормас. А, выбрали Карли. Ага, 76%, слышите? Все, все женщину выбрали. Ну, ясно, натуралы тут собрались. Никого тут из нетрадиционной ориентации, походу, нет. Вообще меньшинство. Ну, ладно, неплохо. Не так много геев пока что. Так, новый день. Так, ну все, первый эпизод мы с вами закончили. Хорошо. А как это пропустить-то? А, во. А как пропустить субтитры? Главное меню? А, типа можно, да? Ну все, я посмотрел, типа. Первый эпизод закончен. Первый эпизод мы с вами закончили. Теперь, друзья, мы начинаем второй эпизод 2 «Жажда помощи». Ну, вообще, и вот честно, я выбрал именно девушку. Я даже уже не помню, как ее зовут. Как ее зовут-то? Как? Как зовут-то ее? Уже забыл. Что-то... Карен... Ладно. Короче, пацаны, вот честно, я выбрал женщину только потому, что у нее есть пистолет. И все. Не думайте, что я какой-то там подкаблучник, да, или как это можно еще назвать. Вот именно... Блять, опять сверлит, заебали, а? Сука, сколько можно сверлить? А сколько эпизодов-то впереди, слышите? Ой-ой-ой. Особый эпизод 400 дней. Нас еще ожидает впереди 4 эпизода. Еще и дополнение какое-то, да, походу? Окей. Не, ну нормально. Если что, еще потом начнем следующие сезоны. Обязательно, если вам все понравится, будем продолжать.
Все зависит от вашей активности. Итак, друзья, вот честно, честно прям говорю, я выбрал женщину только из-за пистолета. Ну вот реально. Вот кого бы вы сами выбрали, если, ну да, какой-то толстячок, который, не знаю, разбирается только в механике, да, походу. Как я понял, Дак технарь. Ну, был технарем, уже его нету с нами больше. Только потому, что именно девушка умеет стрелять, она может нас спасти. В любую трудную минуту, оп, бум, пристрелила и все, и готово. Так что я считаю, это более как-то правильнее будет, поэтому я так и поступил. А никакой там ни каблук, не думайте даже об этом. Не обзывайтесь, короче. Не, пожалуйста, не оскорбляйте меня, я поступил так именно потому. Именно потому, что у нее есть оружие. Все, я вам все объяснил. Так что, не надо меня никем обзывать. Так, я знаю, кто ты. Да, конечно, знаешь, тебе уже батя рассказал. Так, это то, что было в первом эпизоде. В самом начале мы с вами помним. Ты была одна все это время? А, я хочу, чтобы мои родители вернулись домой. А ты будешь приглядывать за главным входом, ты у нас тут... Чё? Следящая, не знаю. Хорошо, Карли поможет Дагу, если нужно будет. Есть, босс. Ой-ой-ой. Блять, один из них укушен. Договоримся с ним. Может, с кровавым концом, но никто не смеет угрожать моему сыну. Бам, нахуй. О боже. Мне похер, что с тобой случилось, но... Если что-нибудь случится с моей дочерью или с той девочкой... Эх. Береги свою жопу. Это его фраза, конечно. Можно в цитаты прям прописывать. Игра будет адаптироваться под ваши действия. Ага, ну опять же это нам пишут, как и ранее, да, уже писали нам. Все повторяется опять же. Я не знаю, для чего это вот сейчас показывалось опять, то, что мы видели недавно. Ну да ладно. Я просто не знал, как это пропустить можно или нельзя. Так что вот так, пацаны. Все, второй эпизод. The Walking Dead. 3 месяца спустя. Уже 3 месяца, слышите? 3 месяца прошло. Ходячий? Ха. Блин, Ли уже такой суровый прям. Потрепала его жизнь. Вот реально. Черт. И что у них на этот раз? Вроде бы кролик. Ну вот, опять мы остались без еды. До сих пор не могу поверить, что мы все съели за 3 месяца. А ведь казалось, что еды много. Может, тебе не соло делиться с нами? А тогда бы я сам уже был едой. Уж поверь, я не жалею. Кролик едва ли сгодится для еды, Марк, но я бы съел и его. Мы все голодны, согласен. Когда я ночью случайно взял паёк Карли, я думал, она оторвет мне руку. А, Карли, вот ее как зовут. Мы все на пределе. Не обращай на нее внимания. Да, ты прав. Хотел бы я знать, сколько еды у нас осталось. Спроси Ли. Мы справимся. Опять же, верим. Может быть, знаешь, не всем нравится, как Ли распоряжается пайком. Ли понимает, что в первую очередь нужно кормить взрослых, чтобы они были в форме, знаешь, чтобы никто не остался голодный или что-то там. Думаешь, Кенни ест больше всех? Чего? Да из-за нехватки еды и постоянных разборов между Кенни и Лили. Друзья, я не успеваю уже, все. Все. Сдулся. Кенни нас не бросит, у него семья, и он будет лучше, у него семья. У него жена и сын. Они в большой безопасности, когда находятся в большой группе, за него они все умрут. Но я не виню его. Слышал, как Ларри вчера на него наехал. Что не так с этим стариком? Похоже, у него и с тобой какие-то проблемы. Да старик вообще какой-то психованный. Вечно что-то его раздражает. Он старая российская задница. Он просто старая российская задница.
Ему нужно успокоиться и отстать от нас. Проблемы у него с сердцем или нет, нам здесь все нужны. Мы же ему таблетки дали, какого хрена он все никак не расслабится. Бульдозер ходячий. Но я хотел бы остаться с ним один на один запертый. Он не бил тебя по лицу? Я шупал. Блин, ничего не понял. Блин, почему диалоги так быстро идут? Как это возможно все прочитывать? Видимо, мне нужно еще поиграть несколько дней подряд, чтобы успевать все это читать. Надо снова настроиться. О, не надо, будет громко, сможешь попасть? Далеко. Попусту потратишь патроны. Доверься мне. Если не уверен, что попаду, я не выстрелю. Ну давай, покажи. Покажи нам. Супер. Ну да. Как я и думал. Бля, это Кенни? Не знаю, идем. Что-то... Кстати, во втором эпизоде было что-то про бандитов. Что за бандиты? Видимо, сейчас мы с вами и увидим их впервые. Блять, ну погнали. Еще и орёт кто-то. Чё такое-то? Господи. Вот чёрт, нет, не убивайте нас, мы просто хотим помочь учителю. Потом мы уйдем, клянусь. Парни, вы в порядке? Снимите его, снимите. Чего? Трэвис, может, они помогут нам? Может, это те же парни, что напали на наш лагерь, мы еле убежали от них. Кто напал на ваш лагерь, что произошло? Чё, что здесь случилось? Мистер Паркер сказал, нам надо держаться подальше от улиц. Ой, блядь, все хреново, Ли, нужно помочь им. Прошу, подзолотись, мой отец служил без Ази, я знаю, что делаю. Просто посмотрите, можно ли его освободить, после этого вы можете оставить нас здесь, там все равно, пожалуйста. Да какое усилие, что вы несете, мы пытаемся, нужно вытащить его. Боже, спасибо. Ладно, ну поспеши. Быстрее, прошу, быстрее. Бля, тут и мертвецы уже бродят. Рядышком прям. Ли, капкан. Чего? О нет, друзья, все опять начинается. Блять, ходячие, или сейчас, или никогда, Ли. Пожалуйста, вытащи меня. Марк, присматривай. За бегами или что там. Кенни, держи. Кому? Нужно сделать что-нибудь. Так, топором. У меня топор только есть, братан. Отрубить? Сделай что-нибудь с капканом. Попробуй зарубить цепь. Ага. А цепь? Да нихуя, а цепь нельзя, слышите? Только ногу. Ага. Ебануться, друзья. Хорошее начало второго эпизода, я вам скажу, конечно. Ой, бля. Да, до конца, блин, пиздец. Черт, не да отруби его, гребаную ногу. На это нет времени, извини, нам надо идти. Бля. И чего теперь нам тащить, что ли? Вы освободили Дэвида. Черт, он потерял сознание. Конечно, потерял, ты че, ебанутый, что ли? Если он еще жив, хватать его и удираем. А нельзя было реально цепь прорубить, да и все. Поломать цепь постараться. Нет, тогда ногу, блядь, сзади. Трэвис, идем, нам пора. Ой, сейчас сожрут еще челика. Ну, конечно, он еще и ебнулся. Блядь, упал, дурак. Ой, помогите, а. Все ясно с тобой. Ходячие мертвецы. Да. Игрушка заставляет понервничать. Друзья, все так быстро происходит. Я просто не могу физически все просчитывать. Мгновенно. Это просто нереально. Я не знаю как. Просто такой трэш происходит все время. Блять, футбольчик. А чё этот мелкий не хочет поиграть, что ли? Чё Клементина одна пинает?
Мелкий не умеет, что ли, играть в футбол? Тупо мячик попинать вместе с подружкой? Нет? А то что-то Клементина одна играет, и как это понимать? Блять, это все долбит нахуй. Сейчас кто-нибудь придет, слышите? Это мы будем, да? Да мы сейчас придем. Ну, открывайте ворота, у нас раненые. Все, что они делают? Боже мой! Что произошло? Ой-ой! Не смотри меня, 50 лет в порядке? Ложите его пикап и посмотри, что можно сделать. Кэт, ты можешь осмотреть? Боже, Ли... Какого черта мы не можем приводить сюда новых людей? О чем вы думали? Он бы умер, если бы мы бросили его. И что? Мы не несем ответственность за каждого голодающего выжившего, которого мы встретим. Нам нужно сосредоточиться на нашей маленькой группе, которая здесь и сейчас. Подождите, мы же даже не поговорили с этими людьми. Может, они смогут чем-то помочь? Да ладно тебе, Ли, они люди, которые пытаются выжить, как и мы. Нам нужно держаться вместе, чтобы выжить. Мы взяли тебя только потому, что у тебя была еда, которой хватило на всех нас. Но еда почти закончилась, и ее осталось только на неделю. И не думаю, что вы, ребята, принесли продуктов, не так ли? Фух, нет? Ладно, тогда ругайтесь, ребята. Добро пожаловать в семью, парень. Пойдем посмотрим, что я нарисовала. Что? Нет? Я... Просто пойдем, ладно? Знаешь, тебе нравится думать, что ты лидер этой маленькой группы. Но мы можем принимать решения сами. Здесь не твоя диктатура. Понятно, блядь, баба? Ой, да ладно, ты драматизируешь. Вы всегда ссоритесь, я не хочу в этом участвовать. Эй, я не просил быть лидером этой группы. Вы были счастливы, когда я стала главной, короче. Не важно, кто главный. Теперь эти люди здесь. Думаю, нам нужно просто решить, что делать дальше. Нет, Ли, это важно. Один человек не может быть главным во всем. Знаешь, может, ты чувствуешь себя в безопасности, пытаясь быть нейтралом, но рано или поздно ты выберешь, на чьей ты стороне. Я не видел, чтобы вы принимали трудное решение. У моей девчонки яйца больше, чем у всех у вас вместе взятых. Пап, успокойся, почему бы тебе не помочь Марку? Заебали вы, а? Что-то все, блядь, ссорится. Ты думаешь, что мне просто? Все ненавидят меня, потому что я распределяю еду. Но больше никто не хочет этого делать. Знаешь что? Я не буду делать этого сегодня. Это сделаешь ты. Вот порции на сегодня, но их не хватит на всех. Удачи. Заебись. Молодец. Сейчас я, блядь, сделаю вам, сука, супер ужин. У вас только 4 порции еды на 10 голодных людей. Ебать. Охуенно. И что, я типа должен решить, кому их дать? Кому дать хоть какой-то кусок? О-о-о. Бля, тяжко будет, слышите? Ну, бля, еду я точно дам кому? Семье Кенни? Ну, а дальше я уже не знаю. Старику я бы не хотел давать, вот честно. Семье Кенни я дам еду точно, я уверен. Потому что Кенни мне реально помог. Когда я чуть не погиб. И он заслуживает как раз поесть хоть немного. Как ты, Клементина? Хоть немного подкрепиться. Где твоя кепка? Я не знаю, поможешь мне найти ее. Ну, конечно. Бля, найду, что нет-то. Конечно, когда ты потерял ее. Пару дней назад она еще была у меня. Я обещаю, если найду ее, я дам тебе знать. Спасибо. Хорошо, Клем. Я должен кое о чем позаботиться, иди немного поиграй с Даком. Хорошо. Так, друзья, давайте пока что приостановимся. В следующий раз я постараюсь заснять побольше для вас. Надо возвращаться в эту хорошенькую игрушку. Она рядом мне заходит с каждым разом все больше и больше. Прям все так сделано с душой.
Видно, что компания, которая выпускала когда-то уже давно эту игрушку, реально постаралась на славу. И всем, я считаю, абсолютно всем нравится данная игрушка. Так что, друзья, ждем следующую серию. Пока что мы с вами на втором эпизоде. Хотя бы до второго эпизода мы с вами дошли. В следующий раз я постараюсь за одну серию пройти второй эпизод, чтобы слишком не замедляться. Я хочу как можно быстрее проходить это великолепие. Вот реально, мне нравится очень. Все-таки, я вот не знаю, друзья, что лучше, Детройт или это. Но Детройт мы с вами пройдем. Я когда-то сказал, что Детройт мне больше понравился. Но на самом деле, что-то, походу, я ошибался все-таки. Походу, я ошибся реально. Окей, друзья, я извиняюсь перед вами, что так мало заснял. Но пока что все. С вами был я, Некит, игра The Walking Dead. Игра реально топовая. Спасибо, что вы мне ее посоветовали. Прям буду продолжать играть, как можно чаще выпускать серии по данной. Буду стараться как можно чаще выпускать серии по данному сериалу, так уж назову, сериал-игра. Или же игра-сериал, игра-фильм. Продолжение обязательно будет. Так что встретимся уже в следующий раз. С вами был я, Некит. Всем спасибо за просмотр, друзья. Всем удачи и пока-пока.